А вот у нашей модификации косилки ступица крепится к валу, непосредственно гайки со стопорной шайбой, исключающей самопроизвольное откручивание. Слушайте, сколько уже отработало, например? Ну, гектаров 40 скосил. 40 гектаров, да? Какие-то проблемы? Нет, нареканий никаких нет. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я специалист компании ЛБР. Сегодня мы находимся в хозяйстве Сулецкого района Оренбургской области, чтобы показать вам, как работает косилка Virex 165 Pro. Virex 165 Pro – это на 99,9% китайская копия польского Virex. Отличие только одно и в лучшую сторону. Обычно у подобных косилок крепление ступицы к валу осуществлено с помощью стопорного кольца. Оно со временем теряет упругость и плохо выдерживает ударные нагрузки, которые неизбежно возникают при встрече роторов с препятствием. А вот у нашей модификации косилки ступица крепится к валу, непосредственно гайки со стопорной шайбой, исключающей самопроизвольное откручивание. Срез шайбы может произойти только при встрече с крупным препятствием, такими как пень, дерево и так далее. Агрегатируется с маломощными тракторами тягового класса 0,9 мощностью 40-50 лошадиных сил. В хозяйстве агрегатируется с МТЗ-82. Вряд ли это понадобится скоро, но имейте в виду, все запчасти на косилку у нас в наличии. С нами механизатор, инженер и зоотехник в одном лице Дамир, хозяйство КФХ Сабитова. Добрый день, Дамир. Добрый. Дамир, скажите, пожалуйста, когда приобрели вообще эту косилку? Да пару недель назад. Пару недель? С чем-то сравнивали вообще до этого? Ну, конечно, по сравнению с сегментами, косилками, это намного лучше. Ну, почему именно остановили выбор на этой косилке? Не знаю, больше всего понравилось. Цена, наверное, больше понравилась. Цена, да, адекватная, между прочим. В основном с каким трактором агрегатируете? МТЗ-82, 80-ки. 80-ки, да? Да. Слушайте, сколько уже отработало, например? Ну, гектаров 40 скосил. 40 гектаров, да? Да, да. Какие-то проблемы? Нет, нареканий никаких нет. На чем до этого работали? Косили? Да. Такая же была. Такая же? Да. А почему поменяли? Ну, уже много лет отработал, 6 или 7 лет. То есть смысла не было? Подшипники разлить, да, или материи смысла нет. Слушайте, в целом вообще, как впечатление об этой косилке? Отлично. Отлично? Хорошая, да. Ну, то есть, рекомендовали вообще друг другу? Конечно, конечно. Понял. Только их надо брать. Только их? У нас с другим здесь не получится работать. Слушайте, ну вот она примерно в валу кладет, да? Ага. Высота среза примерно, плюс-минус? 5-7 сантиметров. 5-7 сантиметров. Да. То есть, устраивает, да? Угу. А скажите еще, мы уже как бы вот задавали вопрос, почему у нас вот эта крышка вентилируется? Да не знаю, как-то она нам и не нужна. Не наматывает, ни сена, ничего, не попадает туда. А отлично. Еще до этого говорили, что у вас косилка-то была без обгонной муфты, да? Да, да. Здесь у нас на прямой кардан, да, здесь уже обгонная, да? Муфта, да, уже она. А в чем удобство вообще, чтобы для? Этого... Кардан выключил, она помогает, останавливает. Уже. Как бы поменьше на этот шкивок, там, понимаешь, нагрузка. Если нужна подробная информация по наличию и цене, заходите на наш сайт lbr.ru. А если понравилось вам видео, ставьте лайки и пишите комментарии. На этом все. Всем пока.